Еще один дуэт. К выходу на сцену готовятся Михроб Талбизода и Набджавон Бадиров. Давайте вспомним их историю успеха на нашем шоу. Сплав гитары и народного инструмента – это очень здорово, то, что ребята нашли такую форму. Вырезать себя. Ну, конечно, понятно, что ребята очень высокотехничные, профессиональные, очень хорошо играют. Они берут некоторые такие исконно национальные, там, ну, в данном случае у ребят музыкальные инструменты, добавляют к ним современные музыкальные инструменты или добавляют какой-то такой модный вайб, саунд. И вот из этого микса получается что-то особенное. Задача, ну, наверное, с одной стороны, достаточно простая. Продолжить в том же духе. Ну, может быть, что-то еще добавить. На протяжении месяца мы усердно готовились к выступлению в полуфинале. Бывает, что мы спорим, но рассудительно решаем эти вопросы. Мы стараемся приходить к согласию. На этом этапе мы сыграем композицию, которая состоит из нескольких частей. В нашем исполнении мы сыграем на турецком тавляке и на нашем национальном таджикском инструменте думра. Я буду играть на нашем национальном инструменте най и на гитаре. Мы исполним композицию с помощью 6 музыкальных инструментов. На 4 инструментах буду играть я, а на 2 других — Навджавон. Этот проект дал нам скачок в развитии и веру в свои силы и в то, что мы можем что-то больше. Мы скучали по съемкам, по сцене, по зрителям. Нам очень этого не хватало. Мы готовы удивить зрителей Central Asia's Got Talent и пройти в гранд-финал. Джавон, желаем вам успеха и удачи. Мы ждем вас с победой. Надеемся, что в финальном раунде победа будет вашей. Наши студенты самые талантливые. Мехробинов, Джавон, успехи вам! Вперед! Всем большое спасибо за это видео. Всем, кто поддерживает нас и верит в нас. Михроб и Навджавон еще в Туркестане доказали, что умеют находить невероятные сочетания классических и народных инструментов. И я не сомневаюсь, что это удастся им снова. Встречайте дуэт Михроба Талбизода и Навджавона Бадирова.
Браво! Мехроб Талбизода и Навджавон Бадиров, Таджикистан. Молодцы, ребят. Ребята, вы снова покорили судей и зрителей в зале. Как настроение? Мы очень рады, что мы участвуем в проекте Central Asia's Got Talent. Что скажете, Нурлан? Как вам выступление? Я всегда с трепетом, с удовольствием и всегда пропагандирую, чтобы представители стран представляли свою культуру. Очень было прям захватывающе. Ребята молодцы, справились. Спасибо, спасибо. Большое спасибо. Шикарный дуэт. Они на прослушиваниях удивили нас тем, что играли на трех инструментах. И очень красиво, ловко. А сегодня аж шесть инструментов. Причем не было заметно, что они меняют инструмент. Они при этом меняли еще и направление музыки. Ребята просто молодцы, что вы так красиво выступили сегодня. Показали настоящее шоу. И я вам скажу, что вы удивляете, вы устраиваете настоящий праздник. Шоу «Got Talent» в мире в первую очередь предназначено для того, чтобы находить таланты. И когда я вижу таких артистов, как наши сегодняшние полуфиналисты, я понимаю, что мы это делаем не зря. У ребят действительно есть талант. Они готовы работать над его развитием. Они готовы идти вперед. И я очень рад, что они оказались в нашем шоу и сегодня в полуфинале. Браво! Спасибо. Парни, удачи!